Всем привет, интернет, снова вы, снова я, и снова мы сегодня говорим о фонаре. О фонаре, в котором целых 11 функций. Вы спросите, а где фонарь? А вот он, друзья, да-да, в этом малыше скрыты целых 11 функций. И малыш этот, ну, вроде бы как выпускается компанией, широко известной в узких кругах фонарёщиков, китайской компании Boruit, как-то так она звучит, хотя... Об этом упоминают только китайцы на AliExpress. На самой же упаковке этого фонаря я не нашел ни слова об этом бренде. Но это на самом деле, друзья, не важно, кто это сделал. Главное, что фонарь есть, что он работает, что он сделан прямыми руками. И все 11 функций, которые были заявлены, исправно функционируют. Итак, смотрим. Все 11 функций вмещаются вот в таком вот небольшом наключном фонаре. Вот эта вот штука с фонарем в комплекте не была. Я ее прицепил отдельно. Я использую этот фонарь в том числе и на зимней рыбалке. Для того, чтобы если бы засиделся за час, два, три, завершить рыбалку, все это собрать. И цепляю с помощью вот такой прищепки фонарик на потолок правильно. Зимней палатки. А вот что в этом фонаре идет в комплекте, так это наключное кольцо и два магнитика, которые установлены в корпус этого фонаря. Кажется на первый взгляд, что магнитики фигня и фонарь держать не будут, но тем не менее держат. Да, не очень уверенно, безусловно. И на ходу, прицепив к капоту, вы не сможете с помощью этого фонаря поменять слетевший ремень или масло. Но в относительно спокойных условиях использования он будет держаться на металлической поверхности и освещать вам ваш праведный. Корпус фонаря сделан из прозрачного пластика, причем исполнение этого фонаря в прозрачном корпусе, по-моему, всего три. То есть это белый прозрачный, это синий, ну или типа там голубой какой-то прозрачный, и это вот такой вот, как у меня, флуоресцентный прозрачный. То есть этот корпус светонакопительный, после того, как он зарядится от солнечных лучей, либо непосредственно от света фонаря, он светится в темноте. Надо сказать, что это, кстати, 12-я функция. 12, ребята, в одном. Надо сказать, что свечение не продолжительное, хоть и очень ярко. Через корпус фонаря можно, ну, в определенной степени рассмотреть все его внутренности. Это плата управления со светодиодами дополнительного света, встроенный литий-ионный аккумулятор. Да, так как аккумулятор встроенный, фонарь заряжается при помощи порта зарядки. На этом фонаре современный Type-C, и это не может не радовать. Я уже привык к этим разъемам. Разъем зарядки закрывается вот такой вот, я бы даже сказал, не то что влагонепроницаемый, а посмотрите, прямо так и водонепроницаемый, глубокой, хорошей заглушкой, которая очень плотно здесь держится. Голова фонаря тоже является водонепроницаемой, резинки есть в комплекте, и вот таким вот образом она выглядит. И управляется фонарь всего лишь одной кнопкой, вот она на верхней части фонаря, на боковой части, сделанной на корпусе, такие вот крупные ребра, которые вроде бы как позволят его лучше удерживать. И управляется он этой кнопкой, я вам хочу, не очень однозначно, ну и мне не совсем понятно. Хотя это как посмотреть. Смотрите, однократное нажатие кнопки включает его турборежим. Причем, как она включает? Этот турборежим работает ровно до того момента, как нажата кнопка. Ну, опять же, смотря для чего это было задумано производителем. Если что-то подсветить в темноте внезапно, чтобы что-то найти и не убиться, я бы предпочел так называемый мун-режим, режим лунного свечения. Для того, чтобы, ну, не пугать и не будить, например, окружающих в темноте. А вот если, например, осветить вероятного противника в темноте, то тут, безусловно, подойдет как нельзя, кстати, турборежим. Основные режимы фонаря включаются двукратным нажатием и переключаются они потом однократным нажатием. Всего этих режимов у фонаря 4. От экономного, того самого лунного свечения, до вот такого режима максимального свечения. Не путайте с турбо. В турборежиме он работает только при удержании кнопки.
Переключаются режимы однократным нажатием кнопки один за другим. Фонарь имеет функцию памяти. Выключается долгим нажатием. В следующий раз он включится на том режиме, на котором его оставили работать. И дополнительные режимы этого фонаря включаются аж трехкратным нажатием основной кнопки управления. Не всегда удается с первого раза их включить. Раз, два, три. Иногда, вот как у меня сейчас получилось. Раз, два, три. Угу. Вот теперь получилось. Итак, первый дополнительный режим — это режим заливающего белого света. Для чего здесь встроен белый светодиод, которого вполне себе хватает для того, чтобы не только прочитать что-то у себя под носом, но и даже подсветить себе под ногами. Второй режим, здесь, слава богу, переключаются режимы однократным нажатием, это режим вот такого белого маячка. Третий режим, однократное нажатие, это режим, казалось бы, синего света, но не тут-то было. Это режим ультрафиолетового свечения. Да, светодиод один, светодиод не очень яркий, но тем не менее, его вполне себе хватает для зарядки флуоресцентного корпуса фонаря, вот смотрите, он уже начинает светиться синим цветом, и б, его хватает вполне, например, для проверки денежных купюр. И С, его даже хватит для фиксации некоторых ультрафиолетовых лаков и клеев, но тут зависит от самого клея. Некоторые в упорно не фиксируются, нужен светодиод большей мощности, а также другой длины волны. Следующий дополнительный режим – это режим красного свечения. Вполне себе годная и нужная функция, особенно на природе, особенно летом, чтобы не привлекать насекомых и всяких сикарашек. Следующий режим тот же самый красный, но проблесковый. И еще один режим самый забавный. Это режим вот таких вот полицейских мигалочек. На этом его многочисленные функции, дамы и господа, заканчиваются. Вот такой вот маленький, да, удальненький, как я считаю, фонарик. Я его использую не только как карманный наключник, и не столько, друзья, как карманный наключник, сколько как, ну, полноценный фонарь на моих туристических вылазках. Полноценный это я, конечно, сильно сказал, с ним по горам и по лесам в темноте не побродишь, но посидеть, например, на зимней рыбалке, где он у меня использовался чаще всего, под вечерок, когда клюет, завершить рыбалочку в палатке, вполне себе гуд. Хватает его не только времени работы, но и мощности для того, чтобы осветить палатку, с комфортом завершить рыбалку, собрать все шмурнички, закинуть вот это вот в зимний ящик, либо даже в карман, и не перегружая себя, как говорится, лишними вещами, покинуть эту самую рыбалочку. В общем, фонарик лично мне понравился. Он у меня вот так вот иногда и на софитике тут висит. Опа! И когда мне темно, я его периодически здесь включаю ночью, что-то подсветить, быстренько найти на столе. В общем, фонарик мне понравился. Кому понравился, ссылка на него лежит в описании. На этом все. Всем, как обычно, удачи, удачных покупок. Всем пока, до новых встреч.